система перевернута с ног на голову, и поэтому отсюда все наши проблемы, болячки и все прочее. Вот. Поэтому вот если не вышки, да, но большинство здесь читало из серии «Звенящие кедры России». Вот. Там есть одна замечательная фраза. Творец блеснул новой энергией. Поэтому вот все вот эти следствия, лекции, там, течения, учения, религиозные структуры, они все начали трансформацию. Это действительно так. Вот. Но нам интересна вот эта идея, которая в чистом виде. Потому что, ну, с нашей точки зрения, это самые тонкие. Потому что, ну, можно много говорить, там, менять себя, менять там чего-то, взгляды, какие-то эти. Но самый короткий путь, когда человек осознает, что он только часть Вселенной, маленькая часть, а природа — это материализованные мысли Бога. И когда человек начинает с этим работать, а где он может с этим работать? Вот в городе назовите мне хотя бы две профессии, которые вот сейчас актуальны для вас, ваших детей, вашего рода, и будут также нести такую же нагрузку через 50, через 100 лет. Вот хотя бы две. Ну вот сколько они пытались на концерте. Доктор и учитель. Человек вообще не должен говорить. Правильно, но он, наверное, чуть-чуть. А учитель, это вот как вы только отдаете своих детей кому-то учить, дети становятся не вашими. Вообще, они самостоятельные, души приходят самостоятельно. Да, задача нас как раз как родителей, то есть вести вот их в этот мир и попробовать понять, из чего же они сюда пришли. Я потом песню хочу. Нет, я просто рассказываю так, как вижу я. То есть это ни в коем случае не догма, никакие нюансы. Вот, да. Только как мне это понятно, и как это я вижу, и как это я в своих песнях отражаю, и так далее, и так далее. По ходу нашего маленького концерта, потому что придется здесь пройти, вопросы, если появляются, вам не задавайте, пожалуйста. Хорошо. Потому что 2 часа у нас поезд, а значит, 11. Вот. Значит, родовые поместья, они что? Они позволяют работать живым механизмом Бога. То есть своего материи. То есть природы. И когда человек начинает работать с природой, а где он может работать с природой? В городе невозможно. То есть вы имеете в виду по типу жестерли? По типу того, что существуют такие экологические деревни, экологические поселения. То есть человек с новым созданием, с новым подходом к земле, с новым отношением к земле, выходит туда, и начинает создавать там свою некое такое родовую структуру. То есть берет не менее 1 гектара земли, сажает свой лес, 25-30 лет, свой сад, соответственно, дом ставит, какой позволяет ему возможности, желания. Соответственно, маленький путь делает. Ну, маленький, не маленький, у кого чего, у кого Москвы хватает. И в этой системе, и тогда система, ей хватает мощности стать замкнутой. То есть не надо там на 6 сот. Многие говорят, мы на 6 там упадкаемся вот так. А на гектаре, я же представляю, там столько всего. Вот. Но когда, вот, допустим, 400 растений по периметру, еще там полтысячи внутри, они друг друга начинают поддерживать энергетически. Ну, дяденька рассказывал, я не сначала слышал. Ну, судя по этим всем нюансам. Но это не важно, академик, не академик. Понимаете, какая штука. Можно быть трижды академиком, можно теоретически все это рассказывать прекрасно. А вот в этих зеленых пушках есть одно очень меткое, очень такая фраза. Если ты духовный, не развитый, не продвинутый, ты покажи реально вот, в материи, какова твоя духовность, плоды твоей духовности, материальные. Вот. И в результате все вот так вот. Поместье существует везде, в регионах, и у вас тоже. И у нас тоже, и в Беларуси. Мы еще как-то на пути к своему родовому поместью. То есть у нас вопрос решается в этом году. У нас мы нашли такую для себя интересную фишку. Поселение многодетных родителей. Нам это интересно. Мы пришли к выводу, что эта идея объединит сейчас, через 100 или через 1000, актуальность вам не теряет никогда. Вот. В Манчане, допустим, есть такой клуб биоэнергетики, центр Гермунирад, они строят свои поселения на основе биоэнергетики. Им интересно заниматься ими. Все поселение занимается этим, они все биоэнергетики, они там с полями работают, с центрами, и со всеми трассами, и туда обращаются, и так далее, и так далее. Самодостаточное поселение, все вопросы решают. Да.
Ну, я так полагаю, что поселение крепкое, когда мы перестаешь в общину. То есть, когда все вместе, и когда родовые школы, родовая школа, учительская школа, она хорошая, конечно. Там есть чему поучиться. Ну, знаете, это вообще не стоит. Так и вальдорфские школы, все эти вальдорфские, как-то так. То есть, там есть некий нас, но там отсутствует участие родителей. И это неправильно, потому что как только человек отдает своего ребенка кому-либо на воспитание, все. То есть в ребенка кто-то чужой вкладывает, ну сами подумайте, это же так просто. Кто-то чужой, вашего ребенка, который ваше продолжение, самое лучшее, что только у вас есть, вложено куда? На всех уровнях. На генетическом, на молекулярном. Больше всего мы знаем. Вот, хороший вопрос. Вот для того, чтобы знать все, надо самим учиться. Поэтому вот родовая школа, она как раз подразумевает процесс бесконечного учета. Человек начинает стареть, когда он что? Вот он физически вырос, и все, рост прекратился. Начинает механизм, включается, да. Значит, логика говорит, что надо развиваться дальше. Но раз физика остановилась, развиваем что? Лирику. Все просто. В мире настолько все просто. Ну, начнем, наверное, песенка такая есть. Утреннее здравие. Это вот всему сущему посвящение. Здравствуй, здравствуй, красота, солнышко. Здраво будь, светило, милое. Напои своим теплом всю природу, а потом и меня своей силою. Напои своим теплом всю природу, а потом и меня своей силою. Речка, речка, река, ты по камушкам бежишь издалека, и в тебя я окунусь, мою пыль, дорог и грусть, и водицей живой твоей обьюсь. И в тебя я окунусь, мою пыль, дорог и грусть, и водицей живительной обьюсь. Здравствуй, землюшка, Сибирюшка, земля, низко кланяюсь твоей красе. Ранним утром на заре, по серебряной траве, по секунда пробегуся по росе. Ранним утром на заре, по серебряной траве, по секунда пробегуся по росе. С новым утром, дева любая моя, просыпайся, будем слушать соловья. И по радуге дуге, что стоит невдалеке, мы до неба пробежимся налегке. И по радуге дуге, что стоит невдалеке, мы до неба пробежимся налегке. Здравствуй, здравствуй, наша матушка любовь, как мы рады, что ты снова к нам пришла, чтоб обнять своих детей, сыновей и дочерей, да раскинуть над землей свои крыла. Обласкать своих детей, сыновей и дочерей, да раскинут над землей свои крыла. Снова мои дивные края, с утра новый коридор и поля. Здравы будьте, люди все, улыбайтесь красоте. Здравствуй, Родина, Россиюшка моя. Здравы будьте, люди все, улыбайтесь красоте.
красоте. Здравствуй, Родина, Россиюшка моя. Здраво будь, Россиюшка моя. Мы сидим и ты и я, и вдыхая ароматы, что дарит юный сад, наблюдает провожая солнце красного заката, и вдыхая ароматы, что нам дарит юный сад. На пруду не сбиться с визга, и со смехом детвора допоздна присказа мужа. Лето чумная пора, и рассказывая сказки, или понежно шелести на траву и цветами. И наш младший сладко спит, и рассказывая сказки, либо нежно шелестит над травой и цветами. И наш младший сладко спит, эти маленькие ножки по земле родной пойдут, эти маленькие ручки. Все обнимут и поймут, спит малыш и нежность тихо, наполняет сердце мне, сладко чмокает утром. Видно, мама в том же сне, спит малыш и нежность тихо, наполняет сердце мне, сладко чмокает утром. На мама в том же сне, под твоей ладошкой кошка свою песню поет. Я готов ее кошкой, это лес подарки шлет, и тихонько кто-то рядом все пытается шалить. Это счастье поселилось и осталось с нами жить. И тихонько кто-то рядом все пытается жалить. Это счастье поселилось и осталось с нами жить. Новый домик с русской печкой на опушке у ручья, а на струнах привычкой мы сидим и ты и я, и вдыхая ароматы, что нам дарит юный сад, наблюдай, провожая солнце красного заката. И вдыхая ароматы, что нам дарит юный сад, провожая, наблюдая солнце красного заката. Побежаем на крыльке солнце красного заката. Если вышел в путь, надо идти, несмотря на трудности впереди. Если начал петь, бой на концах, школу дедов и распахнулись сердца. Солнце мое, посмотри глазами, улыбнись, протяни мне руки, скажи мне, как.
Вовочек. Сейчас мы вам споем, ну, прям совсем свежую песню, потому что она, в принципе, я писал ее специально для Вовочек. А слава пока слышим. Женщины прекрасные, творение небесного Отца. Он так хотел, чтоб счастливы были, любовью все наполнили сердца. Без вас, хоть генералы, хоть министры, не смогут жить и род свой продолжать. А значит, вы перед вселенной в ответе, кого любить, как кого детей рожать. О, женщины России, под этим небом синим, дорога не всегда чудесный край. Кто видит, тот увидит, кто верит, тот поверит. И на своей земле построить вечный рай. И на своей земле построить рай. Рождается ведь каждая богиня, и сохранять прекрасное должна. Что станет для вселенной богиней, и звезды ждут, и солнце, и луна. Энергии бытия всегда готовы помочь создать пространство для любви и возвратить к начальному истоку и свет зажечь божественной крови. О, женщины России, под этим небом синим, дорога не всегда чудесный край. Кто видит, тот увидит, кто верит, тот поверит. И на своей земле построит вечный рай. И на родной земле построит рай. У мамы, тещи, жены и сестрицы, ведь счастье на земле для всех дано. И нужно нам скорее объединиться, чтоб каждого наполнило оно. Почаще улыбайтесь тем, кто рядом, спешите делать добрые дела. Пространство обласкайте нежным взглядом и помечтайте, чтоб любовь пришла. О, женщины России, под этим небом синим, дорога не всегда чудесный край. Кто видит, тот увидит, кто верит, тот поверит. И на своей земле построит вечный рай. И на своей земле построит рай. Женщины прекрасные земные, порадуйте небесного Отца. Пусть вместе с вами расцветает вся планета, и счастьем наполняются сердца. И счастьем наполняются сердца. Thank you.
как ремни на окна. Тот, что долго спал в тяжком сне, сети этих чек разорвет. И проснется ли я по весне? И обнимет землю свою. Улыбки пошлет, и как встреча к нему будет в раю, и земля как сад расцветет, и обнимет землю свою, и дворцу улыбки пошлет. Так же не будет в раю, и земля как сад расцветет, и исполнит подснежник, ну а вишня подскажет тональность,
и от радости все расцветет. Размер все расскажет клубника, в сирене зарастает орешник. Ну а чтоб получилось красиво, соловей свои ногти вплетет. Ароматы цветочные на землю растекаются, ароматы цветочные собираются вновь. С ничего в этой жизни никогда не кончается, ничего не кончается, только все началось. На века устрой на месте, на века сражай за ты. На века собрались все вместе, на века и я, и ты. На века устрой на месте, на века сражай за ты. На века собрались все вместе, на века и я, и ты. Вот это как будто из реального будущего, из реально существующего будущего. Называется «Друзья». Журчание чисто ручья, будем соток мед руками есть, запивая ключевой водицей, с любовью на друзей смотреть. Ведь этот день уже не повторится, ведь этот день уже не повторится. Домашним черным хлебом и с ней проверим любовь. Небесам расскажем мы друг другу и гитару спутниц у души. Пусть не позабудшим вся кругу, пусть не позабудшим вся кругу. Хотя зерной крылом ногой развеем костер и в огня. Про свою мечту споем с тобою и подхватит песню друзья. Как мгновения эти хороши, лучше даже, чем у соловья. Песня человеческой души, песня человеческой души. Помечтаем вместе мы о том, чтобы у каждого была земля, своя земля, где свой груд и сад, и лес, и дом, и большая дружная семья, и детей счастливые глаза. И женщины любимой звонкий смех, и друзей родные голоса, и сотворение в радости для всех, и сотворение с радостью для всех. Будем петь о счастье и мечтать. Заходите в гости к
Где рождает утро заря, позови
меня за собой, за своей светлой мечтой. Не узнаем все о любви, позови, позови, позови. Солнце улыбнулось, и с небес полились руки. Ангелы запели от сияния рук наших душ. Вся вселенная проснулась, и рука руки коснулась. И по звездам идет малыш. Где живут всегда чудеса, райским птицам ищут голоса, и гуляет кровом гроза, выполняя молнии каприз, и водой падая вниз. Под этим теплым дождем босиком по лужам придет. Как солнце улыбнулось, и с небес полились звуки. Ангелы запели от сияния рук наших душ. Вся вселенная проснулась, и рука руки коснулась. И по звездам там идет малыш. Расскажи ты всем про мечту, про земли живой красоты, как творец с любовью мечтал, чтобы сын создателем стал, и в поместье своем родовом мультпространство любви создает, позвала сюда нас мечта, навсегда, навсегда, навсегда. Как солнце улыбнулось, и с небес полились руки. Ангелы запели от сияния рук наших душ. Вся вселенная проснулась, и рука руки коснулась. И по звездам идет малыш. Вся вселенная проснулась, и рука руки коснулась, и по звездам идет малыш. И по звездам идет малыш. А на земле